Приветствовать вас в нашем уютном театральном кафе. Просим сразу извинения за небольшие неудобства. Дело в том, что наш сегодняшний концерт транслируется в интернет. Так что я, пользуясь случаем, еще хочу поприветствовать наших онлайн-зрителей. Ну, начнем, пожалуйста. Thank you.
свойства этих частей. И наблюдая свойства частей, я делал науку. Я понимал, что есть умные свойства частей. Есть неумные свойства в тех же частях. Я делил их, давал им имена. И в зависимости от их свойств части мира были умные и неумные. И были такие части мира, которые могли думать. И эти части смотрели на другие части и на меня. И все части были похожи друг на друга, и я был похож на них. Я говорил с этими частями мира. И вдруг я перестал видеть их. И я испугался, что рухнет мир. Но тут я понял, что я не вижу частей по отдельности, а вижу все за раз. Сначала я думал, что это ничто, но потом понял, что это мир. А все, что я видел раньше, было не мир. И я всегда знал, что такое мир, а то, что я видел раньше, я не знаю до сих пор. И когда части пропали, то их умные свойства перестали быть умными. Их неумные свойства перестали быть неумными. И весь мир перестал быть умным и неумным. Но только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая, что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы мир рухнул, то я бы так уже не думал. И я смотрел, ища мир, но не находил его. А потом и смотреть стало некуда. Тогда я понял, что покуда было куда смотреть, вокруг меня был мир. А сейчас его нет. Есть только я. А потом я понял, что я есть мир. Но мир — это не я. Хотя в то же время я Thank you.
кашля, я в штаны ляжу. Ты от его финь-фань-футь, пыль-пиль, финь-фань-финь. Ио-ио-ио, я полы мыла. Трип-трип-бобу, джин-джин-баба. Хлясь-хлясь, здорово, раздай, мама. Вот тебе шишаю, финь-фань-фунь. Спал в ее сон, то сразу шел в мохнатой волочной шапке продавать свое имущество или по иному какому делу, или просто удить рыбу, приговаривая: «Удись, удись, голубая сестра». День становился добрым. И вдруг на Неве грохотала пушка, называя полдень. Так страшно неожиданно, что на мосту два дровосека подпрыгнули, ударив тяжелыми сапогами по камню. Погибный дьявол разгуливал по улицам в образе часовщика, предлагая свои услуги. Thank you.
На лице твоем, подруга, два точильщика жука начертили 102 круга, цифру 7 и букву К. Над тобой проходят годы, хладный рот позеленел, лопнул глаз от злой погоды, в ноздрях ветер зазвенел. Что в душе твоей творится, я не знаю, только вдруг может с треском раствориться дум твоих большой сундук. И тогда понятен сразу будет всем твой сладкий сон, и твой дух, подобно газу, из груди учится вон. Что ты ждешь? Планет сметей? Или движение звездных толп? Или ждешь судеб взлетенья, а держишь рукой на стол? Или ждешь, когда желание из небес к тебе слетит, и груди твоей дыхание мысли в слово превратит? Мы живем не полным ходом, не считая наших дней, но минуты с каждым годом все становится длиннее. С каждым часом гнев и скупость ловят нас в свой мрачный круг, и к земле моя глупость опускает взоры вдруг. И тогда настроим лиру, и услышав лиры звон, будем петь, и будет миру наша песня точно сон. И быстрее кончатся реки, и с высоких берегов будешь ты, поднявши веки, бесконечный ряд веков, наблюдать холодным оком нашу славу каждый день. И на лбу твоем высоком никогда не ляжет тень.
наслаждение. Потом читать написанное вслух. Да, это лучшее времяпрепровождение, когда участвует за нас и плоть, и дух. Thank you.
третий цвет. Твое утро, Лизавея, это было море. Весенний день, ресторан, шампанское, полонез. В голубой далекой спаленке, 13-е, русская, незнакомка, с усадьбой ранки, сороколожка, слоненок, трамвай, колыбельная песня. Все было простая песенка, старик с кошками. Военно-морская любовь, уличная, цветов и живых вещей, облако в штанах, поезд, авто, еще Петербург. Ничего не понимают, а вы могли бы. Веселье на Руси, поплавно, день, весна, васильки, траурный марш, собачий поезд, заклятие, танго, черный дом, дал в черном доме, белый дьявол, танки. Развертывание сюжета. Мужчина и женщина. Время и свобода воли. Творческая революция. Исследование о душе. Половая жизнь нашего времени. Явление и смысл. А эта молодая особа любила опять-таки
сов. И вдруг эта молодая сова вступается в открытый люк и надламывает себе позвоночник. Но когда она уже совсем поправляется, она вдруг простужается и умирает. Тогда молодой человек, любящий ее, кончает с собой выстрелом из револьвера. Тогда молодая сова, любящая этого молодого человека, бросается под поезд. Тогда молодой человек, любящий эту молодую сову, залезает с горя на трамвайный столб и касается проводника и умирает от электрического тока. Тогда молодая сова, любящая этого молодого человека, наедается толченого стекла и умирает от раны в кишках. Тогда молодой человек, любящий эту молодую сову, бежит в Америку и спивается до такой степени, что продает свой последний костюм. И за неимением костюма он принужден лежать в постели, получает пролежни и от пролежни умирает. Земля,
вижу смерть, мне жить нельзя. Земля, прощай, прощай, земля. Thank you.
Всякому человеку свойственно стремиться к наслаждению, которое есть всегда либо половое удовлетворение, либо насыщение, либо приобретение. Но только то, что не лежит на пути к наслаждению, ведет к бессмертию. Все системы, ведущие к бессмертию, в конце концов сводятся к одному правилу – постоянно делать то, чего тебе не хочется. Потому что всякому человеку постоянно хочется либо есть, либо удовлетворять свои половые чувства, либо что-то приобретать, либо все более или менее за раз. Интересно, что бессмертие всегда связано со смертью и трактуется разными религиозными системами, либо как вечное наслаждение, либо как вечное страдание, либо как вечное отсутствие наслаждения и страдания. Смотрит в колыбель, нет его, глядит в замочек, видит комната пуста, дым клубами ходит в окна, стены тощие, как пух, над карнизом пламя бьется, тут же гром и дождик льется, и в груди сжимает дух. Люди в касках золотых, топора не воздух бьют, и пролезли на машине, вода блескает в кувшине. Мы не дали, Петю мальчика не дали, как вчера его кормила. Брат-майор, как это мило, нянька, боже мой, ну где ж порядок, где хваленая дисциплина? Брат-майор, твой дядя рядом, он лежит у цепели, но он сгорел, и папа стонет, жалко сына, нянька, ох, он сгорел, и тихо стонет, тихо падает. Когда я пишу стихи, то самым главным, мне кажется, ни идея, ни содержание, ни форма, ни туманное понятие качества, а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне. И, надеюсь, вам. Это чистота порядка. Это чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Ибо там и там одна и та же чистота, а следовательно одинаковая близость к реальности, то есть к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещи, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе.
Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова. Но с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки? Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографический шрифт на плохой, заносистой бумаге. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности. Оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально. Нужно ли человеку что-либо помимо жизни и искусства? Я думаю, что нет. Больше не нужно ничего. Сюда входит все настоящее. Thank you.
Сыпала, не
Спасибо. Спасибо. Браво! Спасибо. Приходите нам еще. Следите за рекламой. Мы подготовили вас что-нибудь новенькое интересное. Благодарю за внимание. Хочу представить вам наших музыкантов. Луиза Гиматинова, Тамо. Максим Мисюкин, аккордеон. Денис Франк, бас, гитара, гитара. Владимир Кузнецов, человек. Художник Евгений Ильинишко. И я, Константин Калюк. Спасибо. Приходите на мой.